Друзья, всем привет! Помните, несколько видосов назад я делал рамку для культиватора. Так вот, действительно, как многие мне писали, что слишком маленькое расстояние сделал между трубами. У меня было, если брать вот по верху ребра трубы, да, и эта труба здесь вот стояла, было 17 сантиметров. Вот. И когда ставились кронштейны, одни в одну сторону, а другие в другую сторону, расстояние между стойками было 33 сантиметра. Этого, естественно, оказалось мало. Вот как заказчик говорит, набивалась трава. В общем, работало не так, как надо. В общем, правы были те, кто говорил, делай, Саня, не меньше 50. Ну и, соответственно, вот оно. Все уже переделано. Нет ничего проще, просто это все дело разрезал пополам, вот она вторая часть, вставил вставки нужного размера, 4 штуки, также шиполосы, которые с краю держат трубы. И вот по центру ребра, вот трубы, да, этого и этого, получилось ровно 50. И вварил еще по центру. По центру тоже вварил трубы на 25 сантиметров, то есть здесь 25 и здесь 25. Посчитал, что пусть будет, лишним точно не будет, добавит только универсальности еще вдобавок. Итого, что мы имеем, если мы ставим кронштейны в одну сторону вот таким образом, то значит по центрам стоек ровно 50 сантиметров получается. Но если заднюю оставить назад, а вперед крепление развернуть, то получается, изменяется на 16 сантиметров расстояние. 50 плюс 16, вот, 66 сантиметров максимум можно раздвинуть стойки. Вот такие вот, мужики, дела. Это по максималочке. Ну, по минималочке уже сами посчитаете, если знаете размер, да. Если этот ставится внутрь, этот вставится внутрь, то есть от 50 отнимаем 16, вот, и так далее, да. И, соответственно, здесь то же самое можно высчитать. То есть регулировки уже более-менее какие-то можно подобрать под стойки культиватора. Также если что можно вынести на середину колеса поставить, так, чтобы они вообще не мешались, колеса. Либо установить стойки здесь, колеса установить спереди. Здесь уже фантазия должна будет разгуляться капитально. Вот, капитально. Вот такие вот дела. А добавил я вот всего лишь 33 сантиметра. И получилась вот такая обалденная рамка. Мне даже кажется, что на нее также можно будет установить кронштейн один, поставить плуг, да, и где-то закрепить опорное колесо. Без разницы, вот плуг пахать. Даже можно два плуга поставить, даже три можно плуга поставить, да, со смещением. То есть поставить один, поставить другой, поставить третий. И где-то опорное колесо. Вот такие вот, мужики, дела. Это даже можно использовать, я думаю, для пахоты. Не обязательно варить треугольник. Все это делается и выставляется вот таким вот образом. Как-то так. Также окучники можно поставить. Два ушатых. Раздвинуть, да, опорные колеса. И когда еще картошка небольшая, так как мосты жигулевские, можно спокойно это все дело подгортать. Вот здесь, допустим, поставить окучники, чуть впереди поставить стрелы культиватора, так чтобы они заодно и пропалывали и не давали вот этой всей конструкции ходить из стороны в сторону. Ну, в общем, знаете, что я там рассказываю.
Что я там рассказываю? Вот в следующий раз, когда буду уже делать рамку даже вот себе, буду именно делать расстояние между стойками не меньше 50. Вот как говорили, так и есть. Вот такие вот, мужики, дела. Так что спасибо всем тем, кто подсказывал, потому что никогда этим не занимался, повторюсь еще раз. Делал я ее, эту рамку, первый раз в жизни. Теперь уже немножечко представляю, как это все дело должно выглядеть. Также ж, что сюда можно поставить, также ж можно стрелы спереди, да, а сзади можно поставить ежи, еще для прополки. Знаете, что такое ежи. Ну, на этом, пожалуй, все. Видос снимал с первого дубля. Мог где-то что-то тут лишнее болтануть. Но, тем не менее, сейчас он приедет ее забирать. Думаю, запилю видосик, поделюсь все-таки этим моментом. Может, кому-то и пригодится, мужики. Ширина метр, кто не помнит, кто не видел прошлый видос. А так уже как бы видос по ней есть. Все, на этом будем прощаться. Всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.